Матушка Россия на приеме у врача. Оп! Вот так! Матушка России, что вас привело ко мне, а? Батюшка! Да! Я уж измучилась! Ну да! Не знаю, кого слушать-то! Да. Один клялся! К 2000-му выздоровеешь! Выздоровеешь? Ощу. Все у тебя будет! Все будет, а как же? Другой обещал за 500 дней на ноги поставить! Поставим, а что? Поставим! А это хочет увеличить мое ВВП в 2 раза. Увеличим. Не молодая же я, чтоб меня увеличивать. Да ну какие ваши годы, матушка Россия. Спите крепко. Нет, при царизме спала. Ага. В темноте-то. Ну да. А сейчас я перед глазами светлое будущее. Ну и пялишься на него всю ночь. Ага. Анализы регулярно сдаете? Нет. А что ж мешает? А как их сдашь ты? Воруют. Анализы. Так все воруют. На секунду отвернешься, ни анализов, ни горшков. Ой! Да стыдно сказать, батюшка. Газ и тот воруют. О, матушка, смотри, матушка. А вот от такой жизни, матушка, нет ли у вас галлюцинаций, а? Вот не мерещится ли вам что, а? Ну, раз бывает. Бывает, ага. Сядь-то он возле уха. Ага. Выпей да выпей. Кто? Вот кто-то есть, батюшка. Выпей да выпей. И хорошо слышно его. Явственно так. Ага. И как-то он в обух сразу. Выпей да выпей. И так каждый день. Матушка. Фарик, матушка. Ну, ресурс-то есть еще у вас в организме. Есть, да. Горбатость ваша пройдет со временем. Зрение у вас тоже, в общем, нормальное. Да вы не туда смотрите, матушка. Я справа от вас. Ой, я вас потеряла. Ага. Ну что ж вам еще посоветовать? Да. О, пищу разнообразьте. День молочная, день овощи, фрукты. День рыб, день мяса. День голодаете. Разгрузочный. Ох, батюшка, кто бы мне раньше сказал, что голодать-то надо. Я ведь как заладил разгрузочный. А тут лишь чередовать надо. Ага. День разгрузочный, день голодать. И вот еще что, матушка, это дай. Самое главное. Дай. Почаще бывать на свежем воздухе. Почаще-то я задохнусь, батюшка. Это почему? Так это все ж кругом за... Оп! Я извиняюсь, батюшка. Что такое говорить, матушка? Ну, как, ведь как не вот. Так, как сказала. Ну, конечно, еще бы. А мне велели. Ага. Врачу говори все как есть. Ага, все, матушка. Больше ничем не могу вам помочь. Идите мне. А, идите, идите. Ну, знаешь, как велели. Ага. Почаще дышать, все пройдет, да? Да. Ты мне, батюшка, на бумажке запиши, что дышать-то надо. А то тебя позабуду. Ха-ха! Такой легкий рецепт писал. Напишу. Дыши и все. Ага. Ну, прощайте, батюшка. Прощайте. Нечто сходить еще к йогам. А вот это сходи. Сходите, матушка, сходите. У них сказывали. И дышать-то не надо.